Он как будто знал, как выглядит закат на Венере или Земля, если смотреть на нее с Луны. Сочинский художник-фантаст открыл миру совершенно новый жанр – космический пейзаж. Он так любил космос, что его именем к столетию художника даже назвали одной из малых планет Солнечной системы. Наряду с живописными работами гости выставки смогли увидеть документы и личные вещи талантливого художника. Немалую часть своей жизни он жил и работал в Сочи, в своей квартире-мастерской на Первомайской улице. Этот художник жил в то время, когда человек начал осваивать космическое пространство. И, конечно же, эти картины, они полны вот этими фантазиями на тему о том, как это может быть в ближайшем и в далеком будущем. Это совместный проект Сочинского художественного музея и Музея истории города-курорта Сочи. На выставке представлены 9 работ художника из 30, хранящихся в фонде Музея истории. 2 картины были отреставрированы в этом году. Сотрудники музея надеются, что эта работа продолжится, и вскоре зрители смогут увидеть все полотна Курнина. Выставка «Предвестник будущего. Космические миры» Георгия Курнина будет работать в Сочинском художественном музее в течение 2 недель.